Обзор жалюзи плиссе для мансардных и наклонных окон, угол наклона которых не превышает 60 градусов. Я сейчас, чтобы вы ориентировались, каков этот угол наклона, я сейчас вам приложу фотографию. Наш видеоинтернет-магазин «Жалюзник» изготавливает изделия непосредственно под ваши размеры и отправляет их вам в Почте России либо транспортной компании СДЭК в любую точку Российской Федерации. Возможность выбора транспортной компании опять же будет предоставлена в процессе оформления заказа. За неимением наклонного стенда мы будем их монтировать на вертикальную плоскость. Тем более, что от плиссе для вертикальных и откидных окон они мало чем отличаются. Это только наличием дополнительной веревки по бокам изделий. Эта веревка дополнительно удерживает карниз. Давайте покажу на открывной створке. Дополнительно удерживает карниз, или в данном случае два карниза, от провисания. То есть здесь вот у нас три веревки. Две маленьких и одна вот такая толстенькая. Вот, собственно, и все, чем отличаются эти два вида жалюзи плиссе. На вертикальные и откидные окна. И в данном случае у нас установлена мансардная система для наклонных окон с углом наклона не более 60 градусов. Так же, как и для вертикальных окон, существует 7 различных систем. 5 из которых это с одним полотном ткани. Самая дешевая из них, устанавливается, которая на башмачки, мы установили на левую створку. Она может опускаться как сверху вниз, так и снизу вверх. И самая дорогая система, она же плиссе день-ночь с двумя полотнами ткани на мансардные окна. Ну, у нас настолько створка не открывается. Здесь уже два полотна ткани. Вверху и внизу у нас карнизы, не башмачки, а карнизы, которые стационарно закреплены на клипсы в монтаже. Подробнее вы об этом посмотрите. И два подвижных карниза, в данном случае с металлическими ручками, с пластиковой вставкой. Если цвет комплектации будет не белый, пластиковая вставка тоже будет приближенная к тому цвету, который вы выберете. В карточке товара будет возможность выбора и ручек, либо это металлические с пластиковой вставкой, либо вот такие вот пластиковые, которые совмещаются с удлинителем. И также цвет комплектации в карточке товара сможете выбрать. Комплектующие у нас, я имею в виду карнизы, крышки, кронштейны, производство, страна производства Германия, качественная комплектация. Что касается тканей, ткани могут быть разных производителей, опять же, от Китая до Европы. Сразу под этим видео переходите ниже и выбирайте ткань для будущих своих жалюзи плиссе. Кстати, любую из 8 систем жалюзи плиссе для мансардных и наклонных окон можно перед монтажом повернуть на 180 градусов. Изделия будут работать также хорошо. Устанавливать жалюзи плиссе вы на свое мансардное окно сможете либо непосредственно в проем на горизонтальную плоскость, вот как на этом образце, с креплением башмачков на горизонтальную плоскость. Вот оно вверху, вот оно снизу. Башмачки у нас немножко другие, этот образец старый. Либо, если ваша система имеет карниз, он устанавливается на защелке. Вот похожая система, внизу у нас башмачки, вверху карниз. Также вставлен в проем. На мансардные окна достаточно часто применяется именно такой вид установки. Подробнее о способах монтажа вы увидите видео в карточке товара. Ну а мы же установили эти изделия на внешнюю сторону. В данном случае пластикового окна. Вы можете на мансардные окна установить именно таким способом, с применением таких вот кронштейнов.
тоже изделие будет выглядеть достойно. Если ваши мансардные окна установлены достаточно высоко, то вы можете дозаказать у нас как дополнительная опция вот такой вот удлинитель ручки, он называется. У него есть поворотная часть, где можно задать нужный угол. И с помощью этого удлинителя сможете управлять изделиями, установленными на большой высоте. Прошу вас обратить внимание на то, что удлинитель ручки совместим только с пластиковыми ручками. Для металлических ручек он не подойдет. Еще один момент. Удлинитель ручки в данном случае 1 метр. Также вы сможете заказать либо 1,5 метра, либо 2-метровый удлинитель ручки. В карточке товара вы все это найдете. Друзья, ну и на этом, я думаю, обзор стоит закончить. Продолжайте смотреть это видео. В нем еще будут такие разделы, как распаковка, замер, монтаж и некоторые другие дополнительные видео. Посмотрев это видео до конца, вы будете иметь полное представление о жалюзи-плиссе, которые устанавливаются на мансардные либо наклонные окна.